you like it's on the shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Давайте сейчас этот трек напишем с вами. Давайте сейчас зайдем на Beat Sale и купим биточек. 3 бит. Ты что, покупаешь? Оцениваем. $50. За бит? Реально? Я ебал тебя в попу. Зарк усрал я в ротик. Пошел нахуй, Зарк. Пошел нахуй, Зар, пошел нахуй в Москве, так ты не пиздел. Ты вообще, бля, не пиздел. Ты, блядь, в Москве только хуй стал звал. Надо, понимаешь, надо заложить историю такую жесткую в стиле, понимаешь? Я был у Димана в гостях, я танцевал на его костях. Он отсосал мой член. Потом лег, пукнул сперму, я уснул. И он жестко припалдел от моего хуя в его старой жопе. Мне нравится водить его за ручку. Мне нравится, когда я зову Диму сучкой. Мне нравится, когда он обволакивает мой член. Мне нравится, когда он держит мои яйца, как боксер. Диман Ликс – один из лучших парней в моей жизни. У него очень мелкий хуй, но я называю его компактным. И он, если честно, очень похож на... Громче. Кину Канделаки, потому что быстро пиздит. И потому что еще по ночам, когда спит, пердит. И это очень приятно. Он просыпается от своего пердежа, вздергивается и кричит: у меня флешбеки, бля. Я его успокаиваю, положу его на грудь, скажу: братанчик, тебе надо нахуй. Давайте по строчке. Давай, по строчке. Давайте, майот тайп бит спишем. Кто такой майот? А. А он уже что-то поет, yeah. А мы еще молчим до сих пор. Yeah. Кто там сейчас поет? Начнет? Это сука майот. У Димана что-то с жопы течет. Это сука сперма и моя. Это не мое, это твое. Диман, ты заебал. Ой-ой-ой, Юра, спасибо большое за сав за 11 месяцев. Через месяц, представляешь, уже 12 месяцев. Охуеть. Стесняюсь, то есть года. Я не стесняюсь, у меня нету просто. Бля, вообще, у меня вообще нету сочетания похуй. Слов. Так не обязательно, не ебани просто. Засри хантика люто сейчас. Я только могу, ну это херня, типа. Хантик лет руса, все, мошонка в волосах носит. Это частушки ебаные. Хантик лет руса, все, мошонка в волосах. Давай, Диман, закладывай. Закладываю в шкаф, достаю оттуда. И потом иду мыться я с утра. Утром теплая вода, вечером горячая. Знаешь, как кровосток. А потом холодное для желудка. Не, нормально было, нормально. Это чисто кровосток был, я не чувствую бит. Да, я одна, я думаю. Я не чувствую бит, я прошел много битв. О, чудо. Мое оружие — это слово, а ты тупое олово. Давай еще. Ну говорите, пока я молчу, я же тоже, я же не знаю все. Ну, мне нужно должно... Муза прийти должна. Слышь, Диман, сраный уебан, я тебя ебал, что ты сделаешь мне? Покажи анал. У нас агрессивный получается, а должен добрый быть. Давай по-доброму. Давай по другу подлижем жестко жопу. Я спускаюсь ниже пояса. Нет, блядь, ты спускаешься ниже пояса. Я спускаюсь. Продолжай, Диман, я тебя умоляю, просто, бля, было охуенно. Было охуенно, но уже сейчас я немножко успокоился, ведь поздний час. А скоро ложиться спать, здоровье уже не то, 34. Уже год прошел с возраста Христа, когда было 33. Была киста. Была киста, бля, говорю. Ой, тяжело. О, хантику все просят. Пошел, хантик. Начал ходить в садик где-то в 2 года. У меня тогда родители ебали водопроводы. Нахуй. Ебали водопроводы. Йоу. Моя жопа нихуя не пизда. Это прикольно. Вся рифленая, как Эстрелла. Твоя жопа.